Всем привет! Сегодня новый день, значит, вторая часть видео про инкубатор. На столе перед нами два терморегулятора, блок питания на 5 ампер, две лампочки по 40 ватт. В патронах подключены они последовательно. В старом инкубаторе стоял вот этот вот регулятор V1209, всем известный, самый дешевый, ну, настроенный, корректированный. Есть у меня вот такой вот в корпусе. Примерно то же самое, маркировку его я не помню. Ну, также имеем три кнопки и индикацию. Принцип один и тот же, они оба по принципу ключа работают. Оба работают и на нагрев, и на поддерживание температуры, и на недопускание поднятия температуры. Ну, одинаковый функционал. Там, скорее всего, микруха даже одинаковая. Но вот этот я знаю, что выдерживает 220 вольт. Хотя у нас написано 20 ампер. На 120 вольтах. То есть, ну, про 220 слова нету. Здесь такая же ролюха по маркировкам. Производство другое, но не написано ничего. То есть нету ни на странице магазина, ни в интернете нет информации, что выдерживает 220 вольт. Этот я проверял. Этот нет. Сейчас хочу попробовать подключить данный регулятор блоку питания и дать нагрузку две лампочки, ну как будет в инкубаторе две лампочки, и проверить, погорит он или не погорит. Я надеюсь, он не погорит, потому что мне он нравится больше, он в корпусе, его можно спокойно врезать в дверцу. Так, прикрутил провода. Здесь у нас плюс-минус блока питания 12 вольт идет, это питание самой электроники. Также подмотал ключ, это две лампочки в нагрузке 40 ватт каждая, последовательно подключенные. Пробуем включить. Все с одной вилки подключено, все вот здесь. Так, есть у нас включение, пока нагрузку держит. Так, у нас стоит 36, сейчас 21. Так, давайте попробуем нагреть датчик, чтобы он отключился у нас. Так, датчик нагрелся, реле сработало, лампочки потухли. Сейчас посмотрим на остывание. Да. То есть данное реле, хотя и по маркировкам у нас на 120 вольт, вполне выдерживает 220 вольт, 80 ватт нагрузки и даже не греется. То есть вполне подходит этот регулятор, вот его и поставим. И я решил вас не томить рассказами, как я прикручиваю болтики он к регулятору. Давайте сразу приступим к обзору. Вот такой инкубатор получился. Здесь у нас блок питания и реле задержки времени, которое отсчитывает секунды до поворота лотка. Поворот лотка вы уже видели до этого. Далее у нас имеется вот такая крышка. В ней пока что два вентиляционных отверстия. Будет еще 4 вентиляционных отверстия, таких же из пробки, сделанной из крышки для подачи воздуха, когда уже будет закладка. Здесь имеем терморегулятор, который я показывал до этого. Данная температура сейчас 24 градуса. И гигрометр, на нем температура 21,4. Он находится повыше, плюс надо будет настраивать вот этот регулятор. Ну и гигрометр показывает маленько неверно. Так что все равно будет настраивать.
с помощью термометра обычного. Отчитывает у нас секунды. Все крутится. Здесь все откручивается. Все вклеено на клей. Там клей Т7000. Вот его остатки у меня капнули, не оттираются больше. Я у мамы рукожоп. Здесь такая же история. И пробки спокойно открутил. Спокойно закрутил, закрыл, подачу воздуха. Воздух больше не поступает. Идет нагрев глухой внутри. Открываем. Открываем. Внутри видим два вентилятора. Камера нагрева. Вот так она выглядит. Все обшито оцинковкой, которую мы пилили. Вон эти саморезы, которые я рассказывал, что они держат. Там пластина внутри. Вот она. Сразу держится. И сама камера нагрева, и держится аппаратура. Два вентилятора, я уже сказал, и две лампочки. В данном случае по 40 ватт, но поменяю на 60, греет очень долго. Лучше пусть подогревает побыстрее. Конечно, нежелательно, чтобы быстро нагревался, но лучше пусть побыстрее. Прям очень долго нагревает 40-ваттными лампочками, но от них тепла очень мало, как вы понимаете. Также сделал перегородку вот эту, вклеил. Клею тут прикрутил на саморезы. У меня остался еще герметик. Я еще пройду швы герметиком, чтобы было все герметично. Вон там внизу пройду швы, что мало ли вода прольется, чтобы на пол не потекло ничего. И вот он сам лоток. Также там видим у нас два еще вентилятора, кулера. Эти кулера сняты с блоков питания компьютеров, с нерабочих. Все так же крутится. У нас идет вдув в камеру инкубации из камеры нагрева. Сам лоточек. Давайте посмотрим. Здесь у нас редукторный мотор. Я его еще притяну. Оцинковкой вырежу. Хомут и притяну, чтобы он понадежнее был. Хотя он так стоит хорошо и куда не девается. Лоток у нас на шарнирах, можно сказать. Это сетка у нас. Типа ящики пластиковые есть такие. С толстой сетки, просто отрезано и снизу прикручено к нему. Сами инкубационные ячейки, это промышленные были ячейки от промышленного инкубатора. Я их просто взял и слегка подрезал. Вмещают вот в таком положении они 60 куриных яиц. Если мы их, допустим, убираем полностью эти ячейки, сюда влазит уже 90 куриных яиц спокойно. Перепелиных то сюда влазит прям очень много. Я ложил прям штук 300, можно засунуть при желании. И вот так я делал, переворачивал, то есть вот большой ячейкой, здесь больше места, сюда ложил гусиные и утиные яйца. Также инкубировал на этом лотке всю эту птицу. Вывод был хороший. Порядка 80-90% выводок был. Ну, там у нас еще перебои со светом были местами. Так что вполне 90% вывода может быть на этом инкубаторе. Ну, что говорить. Заложим, проинкубируем и посмотрим. Болтунов отсечем и посмотрим вывод на нем. Давайте не будем ждать вот это время очень долго. Тут у меня отчитывает прям 4 девятки, потом 15 секунд поворот лотка. Это просчитано, исходя из оборотов редуктора на вон том моторе. Давайте сделаем проще. Отключим питание. Питается вот от такой вилочки. От обычной. И включим еще раз. И лоток у нас поехал. Поехал. И сейчас встанет в рабочее положение. Вот там отчитывается время. 2 секунды, 1. Все, встал. Вот такое рабочее положение лотка. То есть яйца у нас будут качаться. Не крутиться в дешевых инкубаторах покупных, вот так вот кататься, а будут качаться. Это намного лучше. И яйца будут стоять там стоя, как в нормальном промышленном инкубаторе. Хочу сделать сюда концевик, кнопочку. У меня концевики есть такие маленькие. Я сюда его приклею. И чтобы можно было с кнопки, нажал и лоток, чтобы поехал. Я раньше замыкал там просто два контакта. Ну и мотор, получается, напрямую крутился. Хочу сделать все-таки кнопку, потому что иногда надо
допустим, на вентиляцию вытащить лоток, ну, чтобы не остыли маленько. И приходится его, ну, ставить в обычное положение, ровное, горизонталь. И, ну, тяжеловато как бы найти какую-то перемычку и замкнуть там два контакта. Лоток встает, конечно, все нормально, но это лишнее. Проще взял, кнопку нажал, посмотрел, подъехало и все уже. Не буду делать смотровое окошко. Думаю, это лишнее. Просто будет лишнее тепло уходить. Оставлю так, как есть. Надо будет. Приоткрыл крышку, заглянул, посмотрел. Все равно знаешь, когда выводок. И знаешь, когда начинать туда лазить, когда температуры настраивать. Все знаешь уже. Вся электроника инкубатора собрана на ШВВП. Это у нас 0,75 квадрата. Вполне хватает. Он даже вообще не греется. Ну, греться нечему. Две лампочки по 40 ватт. И, ну, по 60 будет 120 ватт, как бы, для этого кабеля это очень мало. Ну, и вот это вот я, конечно, переделываю. Сейчас блок питания найду. Еще один обычный. 2-3 ампера на блок питания мне. Чтобы вот эти вот кулера включались вместе с нагревом. Так они работают постоянно сейчас. Ну, это не надо. Это надо, чтобы включалось с нагревом, чтобы не выдувало воздух холодный в камеру туда. Просто будет часто включаться инкубатор. Это нам не надо. И вот этих вот ШВВП 0,75 вполне хватает на все. То есть они у меня идут и на нагрев, вон там видно, на эти лампочки. Они у меня идут, вот тут видно, на лоток. Тут припаян другой провод, там подмотано все на лоток. И вполне всего хватает. А сюда можно вообще любые ставить провода. Здесь у нас где-то по 120 миллиампер каждый кулер. То есть, ну, грубо говоря, пусть они будут ампер, 1 ампер жрать. Ну и можно любые провода сюда поставить, вообще без разницы. Страшного ничего с этим не будет. Давайте по потреблению поговорим. Блок питания данный у нас потребляет 100 ватт с розетки, но это под нагрузкой. Нагрузка у нас на него ложится только тогда, когда включается у нас поворот лотка. А поворот лотка у нас включается, по-моему, один раз в 4 часа. Не помню, как настроено сейчас. Раз в 4 часа на 15 секунд. То есть потребление данного блока питания сейчас минимальное. Он ест, только питает вот этот регулятор реле задержки времени. 4 кулера, которые, ну, 1 ампер они потребляют. И питают терморегулятор, который контролирует у нас нагрев. Он тоже ничего не ест. То есть сейчас у нас потребление блока питания минимальное. К сожалению, нечем замерить. Так бы замерили бы, и уже было бы ясно. Ну и две лампочки будет по 60 ватт, это 120 ватт. И нагрев у нас будет непостоянный, естественно. Допустим, где-то, ну пусть 12 часов в сутки он греется. Это будет у нас 120 на 12. И в месяц он, получается, потреблять будет около 40-45, пусть 50 киловатт. Но месячная инкубация у нас только у водяной птицы, и обычное куриное яйцо будет потреблять там за 20 дней, пусть, ну, ватт 30, допустим, киловатт 30. А на данный момент у нас киловатт света стоит где-то 2,50, вот и считайте, то есть на 2,50 умножайте, где-то около 100 рублей пусть, там плюс-минус округлим, то есть тут тоже не угадаешь, сколько оно будет потреблять полностью. Округляем, где-то 100 рублей инкубация получается. Вполне допустимые значения, недорого. Так как у нас полностью автоматический, за исключением подачи воды, инкубатор, к нему придется подходить только по схеме, когда настраивать температуру. То есть тут у нас термопрофиля нету, будем выставлять температуру вручную. То есть там один день такая, другой такая. Ну, кто инкубировал, тот знает. Будем ставить вручную эту температуру и подливать воду, то есть больше нам делать ничего не надо. Ну и доставать лоток, когда будет уже у нас охлаждение яйца, проветривать как будем. Это обязательно, даже когда инкубатор полностью автоматически и сам проветривает яйца. Я думаю, стоит лучше открыть крышку и проветрить полностью их. Они напитаются больше кислородом и будет лучше выводок. В целом вот такой получился инкубатор. Вот так вот еще покажу. У нас метр на 58 сантиметров, высота у нас 40 сантиметров. В скором времени заложу яйца, проинкубируем и посмотрим процент вывода. Всем спасибо за просмотр. Кто не видел первую часть, ссылка в описании. Посмотрите первую часть, ставьте лайк,
дизлайк, подписывайтесь на канал. С вами был Руслан. До новых встреч. Пока-пока.